Это беспилотник «Бумеранг», разработка СГАУ. Его особенность в том, что он не может потеряться. Даже в случае поломки или потери связи он, как бумеранг, возвращается к месту запуска. Беспилотник представлял Самару на авиасалоне «Макс», объездил несколько российских выставок, снимал крупнейшие военные учения «Центр-2015». Бумеранг, он предназначен для тактической разведки местности. То есть он способен собирать данные, фотоданные, передавать видеоданные в реальном времени на удалении до 20 километров. Возможно, менять полезную нагрузку. Например, ставить вместо фотокамеры газоанализатор. Главное достоинство разработки – ее надежность. Многим беспилотникам нужно техобслуживание после 15 полетов, а бумеранг уже поднимался в небо 70 раз. Крепкий корпус из стекловолокна защищает начинку аппарата. Работать он может при температурах от минус 30 до плюс 40. Цена беспилотника бумеранга начинается от 1 миллиона рублей. Это на 20% ниже стоимости других российских аналогов. Если говорить о серьезном уровне развития этих беспилотных систем, то, наверное, вот этот проект Аэрокосмического университета, который мы сейчас, да, будем развивать, он, ну, может быть, один из самых прорывных и самых таких успешных, я бы сказал. Теперь конструкторы собираются поставить на поток разработку беспилотников. Правда, пока у них даже нет постоянной лаборатории. Эту проблему сейчас решают. Беспилотник «Бумеранг», вспоминают его создатели, собирали где придется. Зато теперь этой разработкой уже заинтересовались военные. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.